Популярность юной российской фигуристки Юлии Липницкой растет не по дням, а по часам. Ее восхваляют за рубежом, а на родине ей посвящают произведения искусства. Мастера песчаной анимации создали трогательное видео о фигуристке, пытаясь своим творением поддержать талантливую спортсменку и настроить на будущие победы. Олимпийский сюжет для опытных аниматоров оказался довольно непростым. Очень много пришлось смотреть, изучать, перерисовывать, чтобы позы были правильные, чтобы анатомически она, скажем так, те элементы, которые она выполняла на рисунке, были правдоподобны. Создатели мультфильма испытывали разные материалы – вулканический пепель, манку и молотый кофе. Но в конце концов выбрали золотистый речной песок. Сама Юлия Липницкая не только просмотрела посвященный ей ролик, но и разместила его на своей страничке в социальной сети. С комментарием «У меня нет слов».